Здравствуйте, меня зовут Екатерина Кипнис. Я художник-иллюстратор, рисую спиртовыми маркерами. Сегодня на нашем уроке мы будем рисовать с вами вот такие замечательные ракушки. Желаю вам успехов и, самое главное, плодотворного урока. Поэтому по ходу работы я буду подсказывать, какой цвет можно заменить, что-то затемнить. Карандашом у нас намечено много-много разных линий. Мы выбираем для себя самые приемлемые для нашего рисунка. Если вы боитесь провести прямую линию, вы можете для себя наметить вот эти линии. Вот здесь чуть-чуть делать, вот здесь чуть-чуть, здесь уже, а потом их соединить. Там, где посветлее, мы берем R00. А самое главное — обозначить цвет, который будет самым темным. Я думаю, что мы еще возьмем все-таки в палитру E27, попробуем. Оставляем белые блики, потому что эта ракушка довольно-таки гладкая сама по себе.